друзья, всем привет, Максим на связи. Не знаю, отсвечивает вам там или нет. Хотел что показать. Смотрите, у меня есть псориаз. Вот он на коленке. И вот он на башке. Вон это жутко, дико. И вот он обострился, когда я слез с сыроедения. Я сейчас, уезжал с лагеря сыроедов и позволил себе даже попитаться мясом, и ничего хорошего в этом я не почувствовал, и поэтому результат налицо. Вот. А сейчас потолстевший такой и может быть немножко вразумившийся, я буду с новыми силами набирать обороты в своем пути духовного развития. И буду вещать об этом вам.